проехалось в московском такси. Знак, подай мне знак, но лучше сам явись, меня спаси. Помнишь, весной 100 лет назад ветер ночной качал бессонный сад, где мы прощались. О, да, да. 100 лет прошло, да, да, да. Но все равно я жду тебя этой весной. Ночь темная, я пробегу одна мимо мостов и дворцов эпохи ампир. Я ее поспою радостную мою. Здравствуй, Москва, мой ласковый вампир. Только лишь раз в жизни мной раем для нас была Москва весной. Но мы расстались, да, да, да. И я буду ждать, да, да, да. Дня, когда ты окажешься рядом со мной. У нас сегодня с вами уникальный такой день, возможность поговорить. Поэтому, если кто-то хочет уже начинать разговаривать, пожалуйста, прошу. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. У меня следующий вопрос. У вас когда-нибудь возникало ощущение, что вы живете не впопад со временем, не в ногу с ним, и что вы слишком особенная среди тех, кто сейчас поет на сцене? Спасибо за вопрос. Мне часто говорили, что я действительно особенная. Может быть, со стороны это виднее. У меня нет никакого ощущения, что я как-то заблудилась во времени, попала не туда. Я прекрасно себя чувствую. И слава богу, сейчас есть интернет, потому что это такая великая прекрасная вещь, у вас прекрасное средство коммуникации. И, возможно, донести свою музыку до людей, которые, может быть, даже не смотрят телевизор и могут не попасть на концерт. Например, за границей как бы слушают, скачивают треки. Так что я, наоборот, счастлива, что я живу сейчас, и у меня, в общем-то, есть возможность играть с такими чудными музыкантами для такой вот публики. Спасибо за вопрос. Следующая песня посвящается всем прекрасным девушкам в этом зале. Юноши, не обижайтесь. Песня называется «Госпожа твоих снов». Я приду, быть может, навсегда. Ты жизни мог отдать в ответ не нет, не да. Но только, быть может, и снова быть может. Ты с ней вдвоем, исходит с ума календарь. Ты с нею вдвоем, а за окном то апрель, то январь. Поцелуй длится 1000 лет. Стай радуг и звезд озаряют ваш кров.
поймешь, от чего она уйдет. Покуда живо еще волшебство, она уйдет, не оставив следов, госпожа твоих странных. Пытаются дать определение вашему стилю. Ой, а не говорите, пожалуйста, чуть погромче. Критики пытаются дать определение вашему стилю или жанру. Как вы сами определяете свой стиль? Или хотя бы что-то кодовое какое-то обозначение вашего стиля для себя? Знаете, Аня, это мой любимый вопрос. Потому что всю жизнь, сколько вот я стою на сцене, мне его задают. И я не знаю ответа до сих пор, потому что, мне кажется, мы работаем в каком-то таком, в таком жанре, который очень трудно как-то обозначить, раз. А во-вторых, зачем отбирать хлеб у музыкальных журналистов? Они же должны как-то что-то там писать, размышлять. Но я могу сказать о каких-то влияниях, которые я испытала в жизни. Я, конечно, очень люблю русскую традицию, которую начал Вертинский. И потом ее продолжали Шульженко, Бернес. Это такое, знаете, актерское пение, вот в самом прекрасном смысле этого слова. Я очень люблю джаз. Как ни странно, я очень люблю народные песни. И как-то все это, знаете, в творчестве смешивается. И когда разложить все это на какие-то, знаете, составляющие и навесить ярлыки, ну, не знаю, это правда не моя профессия. Вот несколько лет назад, достаточно давно уже, такой прекрасный польский режиссер Кшиштоф Занусси, часто он бывает в Москве, он все это послушал и сказал: «Вы знаете, Ира, вам нечего делать в этой стране с этой музыкой, вы должны уехать во Францию, потому что там вот ваши залы там, ваша публика там, а здесь вы будете петь для 10 человек». К счастью, маэстро оказался неправ, но иногда меня посещали мысли о том, что действительно, может быть, я нахожусь здесь в какой-то внутренней эмиграции. И вот в таком состоянии я написала песню, которую мы сейчас исполним, называется она «Улетаю». Прочь
Прочь на закат за солнцем, другого нет у меня пути. Прочь на закат за солнцем, сказав печали своей прости. Улетаю, улетаю, знай, лишь закружится над тобой первый снег. Ты позабудешь, забудешь обо мне. Ай-яй-яй, улетаю, улетаю, знай, лишь закружится над тобой первый снег. Ты позабудешь, забудешь обо мне. Далекий берег, пустые лодки на берегу. Вижу далекий берег, опять во сне по нему бегу. Улетаю, улетаю здесь. Так мало солнца, мало неба, мало дня. И нету места, места для меня. Ай-яй-яй, улетаю, улетаю здесь. Так мало солнца, мало неба, мало дня. И нету места для меня. Не могу так больше, родина, прости. Ай-яй-яй, улетаю, улетаю прочь. Меня ты скоро позабудешь, отпусти. Я не могу так, родина. Так, это была песенка «Улетаю», и я написала ее в поезде «Москва-Йошкар-Ола». Или «Йошкар-Ола-Москва», не помню. Я помню, что эта тема была почему-то как-то вот так вот остра именно на этих гастролях. Хотя гастроли прошли прекрасно, и все было хорошо, но вот такое какое-то было настроение. Это был 2000 год, и после этого потом мы еще записали пластинку «Нежные вещи», и началась какая-то совсем другая жизнь, другая история. Поэтому мы здесь сегодня. И вы сегодня здесь, пожалуйста. Следующий вопрос. Ирина, спасибо за ваше творчество, в первую очередь. Вопрос такой. Вот ваша публика, кто она, ваша публика, и перед кем бы вы, в общем-то, не стали выступать бы, скажем так, ни за какие деньги? Какой хороший вопрос. Ну, он состоит из двух частей, правда же? Ответ на первую часть очень простой. Посмотрите вокруг себя, посмотрите на эти лица. Я вообще считаю, что ко мне на концерты ходят лучшие люди страны. У нас очень много в зале бывает учителей, врачей. Вот это те, кого я для себя называю элитой. Это те люди, от которых, ну, зависят очень важные вещи в жизни общества, которые отвечают за наше здоровье и за то, что будет твориться в головах у наших детей. У меня много интеллигентной публики, и я считаю, что это прям прекрасно, я этим прям горжусь. А перед кем я не стала бы выступать никогда? Не знаю, я, к счастью, пока не оказывалась в таких, знаете, ситуациях, чтобы прям вот меня прям с души воротило. Если только вспомнить Коктебель, где я пела песню «Сандаловый пепел», в зале был какой-то очень сильно пьяный человек, и он вел себя совершенно как-то так вот. Я взяла микрофон, подошла к нему, прям вот вплотную, знаете, подошла прям к столику и стала петь прям вот ему, глядя в глаза. И он как-то затих, успокоился, и все получилось. Наверное, перед пьяной какой-то публикой, наверное, не стало бы. Перед той публикой, которая не хочет слушать эту музыку, не стала бы, потому что, ну, зачем нам мучить друг друга? Наверное, как-то так. А других каких-то, знаете, таких морально-нравственных принципов в этом смысле у меня, наверное, и нет. Мне кажется, что каждый человек может быть слушателем, вот так мне кажется. Ответила я на вопрос? Тростник
растущего возле берегов огромные ночи, вдоль берегов бескрайней ночи, полны только нот и слов. Наизусть я знаю 10 000 видов одиночеств. Так давно в моем печальном сердце не жила любовь. Пусто в пальцах в листьях, позабывших музыку касаний. И казалось, так теперь и будет, и казалось, не судьба. Но сегодня в небе звон проплыл качнувший мироздание, легкий звон, как близкое дыхание на моих губах. Ты хлынешь в мое сердце, как дождь. Осталось сделать несколько шагов и встретиться на этой земле. Ты слышишь этот зов, и сам зовешь, и веришь, и ждешь. Ты чувствуешь тот миг, когда твой мир от этой встречи станет теплей. Встретиться глазами и узнать друг друга, улыбнуться с первым поцелуем в наших жилах. Побежит мне кровь, но свет. Столько перекрестков, так легко на каждом разминуться, так легко на каждом потеряться вновь на сотни лет. И тогда на помощь ангел обязательно примчится, чтобы успеть и крылышко подставить тем, кто сбился вдруг с пути. Не хочу я думать, будто это может не случиться, будто мы друг друга в этой жизни можем не найти. Сделать несколько шагов и встретиться на этой земле. Ты слышишь этот зов, и сам зовешь, и веришь, и ждешь. Ты чувствуешь тот миг, когда твой мир от этой встречи станет теплее.
Ирина, в вашем творчестве часто, практически все время, присутствует тема любви и расставания. Причем накал, диапазон страстей варьируется от трагедии до благословения. Насколько ваши песни основываются на вашем личном опыте? Как вы писали у себя в ЖЖ, вы счастливы в браке 10 лет. Я спасибо. Я так это писала? Давно это было. Вы знаете, я из тех, кто, в принципе, очень закрыт в отношении рассказов своей личной жизни. Я считаю, что артист должен быть интересен публике не этим. И я никогда не устраиваю из этого какого-то беспрерывного такого шоу, потому что мне кажется, что Бог дал мне возможность говорить с людьми о своих новых проектах, о записях, о каких-то интересных моментах во время работы в студии, о каких-то концертных всяких разных историях. И мне кажется, что вот на самом деле вот эта тема, когда, знаете, мы как вот за какими-то, честное слово, животными в зоопарке наблюдаем за целым рядом артистов, которые вот так вот выставляют свою личную жизнь на публичное обозрение. Это их личное право, но у меня позиция совершенно другая по этому поводу. И я вообще хочу сказать, что пускай за меня разговаривают мои песни. Вот пускай они разговаривают, там все абсолютно искренне на 120%, на 300%. Там абсолютно откровенно рассказано о каких-то историях. А в какой момент в моей жизни они произошли? Я думаю, что если я заслужу себе биографов и книжку из серии «Жизнь замечательных людей», они потом разберутся, слечат какие-то черновики, может быть, архивы ЖЖ или Фейсбука, какие-то смс-ки, может быть, и выстроят какую-то такую хронологию, напишут об этом книжки. Пока все герои моих песен живы, я не хочу нарушать их приватность тоже. Так что вот такой ответ. Ну, в принципе, я же не грешковец, я не обещаю никакой искренности. Ирина, в одном своем интервью вы сказали, что вы человек с тонкой кожей. Мешает ли вам это в творчестве? Ведь, как известно, творчество требует недюжей силы и характера. Вы знаете, это замечательный вопрос. Спасибо вам за него. Как раз для творчества именно и нужна тонкая кожа, потому что если ты не будешь принимать все близко к сердцу, если ты не будешь пропускать все эмоции через себя, если ты будешь дистанцироваться, у нас у всех, у каждого есть какие-то психологические защиты, потому что от каких-то болезненных ситуаций в жизни мы уже научились закрываться. Если ты будешь все время закрытым, ты просто не пропустишь через себя вот эти токи высокой частоты, да, и не выдашь никакого творческого результата, мне так кажется. Поэтому в творчестве вот эта тонкокожесть, она только и нужна, и это единственное условие, мне кажется, для творческого человека — быть нежным, ранимым, быть отзывчивым. А вот дальше нужны какие-то совсем другие качества характера. Написать песню или, предположим, записать ее на пластинку и выйти на концерт, спеть ее людям, это совершенно разная история. Вот для того, чтобы записываться, для того, чтобы выступать, для того, чтобы доказывать свое право на выход на сцену, тебе как раз нужны очень серьезные панцири, прям боевые доспехи. И не случайно артисты во всех странах употребляют термины «добиться», призвание, завоевать публику. Да? Это такая воинственная терминология, и это правда так, потому что ты должен прилагать массу усилий, быть в каком-то смысле непробиваемым. То есть мне, приходится совмещать вот эти две личности в себе. Одна нежная, тонкая, может сутки подряд плакать и писать какую-нибудь песню, да. А другая потом сидит в студии и говорит: так, у нас осталось 15 минут, пожалуйста, сыграйте мне уже это соло. Или вот вы понимаете, о чем я говорю, да? Нужно комбинировать эти вещи. Вот, например, когда мы писали песню, которую мы сейчас исполним, мы дважды ее записывали, у нас существует, то есть даже в двух разных аранжировках. Мы долго пытались найти там правильные партии. Она не давалась нам, и мы потратили раз в 5 больше студийного времени, чем собирались. Вот. И тут нужна была определенная выносливость и выдержка для того, чтобы это вытерпеть и все-таки получить какой-то результат. Эта песня теперь заглавная на пластинке «Шелк», и мы вам сейчас ее сыграем. Thank you.
Спасибо, очень хочу, чтобы вы похлопали погромче Антону Ревнюку, который сыграл в этой песне, на мой взгляд, совершенно гениальное соло. Пожалуйста, Антон Ревнюк, бас. И Николай Сарабьянов придумал все партии гитары в этой песне. Сергей Вячеслав Шитов, наш божественный кларнет. Мы тоже много лет уже достаточно знакомы, причем мне долго про него рассказывали с разных сторон, разные друзья, знакомые из музыкального мира говорили, что вот, это такой гениальный кларнетист, только послушай. А потом мы как-то взяли и познакомились, и работаем вместе уже тоже много лет. С Антоном Александровичем мы тоже уже записали 3 пластинки Дашкиным, 3, дорогой, потому что еще детская площадка, вот мы, да. Так что мои музыканты теперь научились играть еще и детские песенки тоже. Очень я счастлива в возможности работать с такими музыкантами. Это по-настоящему большая удача. Вот. И я рада, что вы здесь сегодня слушаете тот состав, который записывал пластинку «Шелк». Ну и не могу ничего не сказать о Светлане Мочалиной, с которой мы работаем со времен нашего знакомства в студенческом театре МГУ. Итак, со Светланой мы познакомились в студенческом театре МГУ. Попала я туда очень забавным образом. Я училась на философском факультете и исполняла свои песенки на всяких, знаете, смотрах художественной самодеятельности. И как-то на одном из смотров, после того, как я спела какую-то свою песенку очередную, ко мне подошла Ирина Александровна Большакова. Она мне позвонила потом и пригласила прийти в театр на прослушивание, потому что театр тогда как раз ставил мюзикл. Вы знаете, в конце 80-х в Москве слово «мюзикл» звучало так интригующе, чарующе.
И, конечно, я согласилась прийти на прослушивание. Значит, она сказала, что меня зовут на главную роль. Я, конечно, принеслась туда на крыльях. Вот. Но она не сказала, что главных ролей было две. И вообще в спектакле было в основном два актера. Значит, я и Леша Кортнев их играли, эти роли. Вот, собственно, тогда мы познакомились не только со Светой, а еще и с моим будущим, нынешним теперь прошлым мужем. Так что, но театр МГУ как бы... С мужем от первого брака, совершенно верно. Но театр МГУ мне, в общем-то, как бы подарил не только семью и прекрасного сына, Тему. Вот. Вообще говоря, я пришла туда человеком, который не обладал никакими сценическими навыками. Несмотря на то, что я с детства пела в хоровой студии, но, знаете, одно дело, когда ты поешь в хоре, другое дело, когда ты выходишь солистом. И у меня были все виды зажимов, которые только существуют у актеров. У актеров существует несколько видов зажимов. Один из них, как бы, когда ты впадаешь в ступор и ничего не можешь сказать, у тебя пересыхает горло. Вот, и ты так вот деревенеешь. Другой вид зажима динамический. Значит, ты стоишь, как бы, не знаешь, куда себя девать. И вот, значит, и я хочу сказать, что я, конечно, обязана вообще, наверное, всей своей карьерой нашему режиссеру Евгению Вячеславутину огромное ему спасибо, потому что он с нами вот такими зажатыми, потеющими, стесняющимися, с этими хриплыми, пресекающимися голосами работал, выпускал нас на сцену с каким-то потрясающим мужеством. В театре МГУ самое главное, чему мы учились, проживать каждую песню как маленький спектакль, как маленькую историю. Режиссер нам говорил, ты не просто выходишь и поешь какую-то песню, ты должна представить себе, что происходило с этими людьми, предположим, там, неделю назад, что с ними будет потом. Оттуда заходи, думай, проживай за них. Вот. И песня, которую я спою сейчас, как ни странно, это никакой не спектакль, это просто песня-монолог. Вот как раз тот самый жанр, в котором все театральные умения никак тебе не пригождаются, потому что это по-настоящему искренняя история. Ключи в твоих руках. Все не встретимся с тобой.
останусь навсегда. Мой любимый, если только слышишь, помоги мне, сделай шаг, врата открой. На пороге той страны, где можно быть как Бог, Ирина, скажите, пожалуйста, а как так происходит, что некоторые строчки становятся потом песнями, а какие-то остаются стихами? И как вы пишете? У вас ночью приходит вдохновение? Ну вот. Спасибо за вопрос. Я давно не пишу стихов. Со мной случилась такая история, что я прочла Иосифа Бродского и после этого просто как отрезала. Я потому что поняла, что все, что я начинаю писать, невозможно похоже на него, и мне не удалось вот так и освободиться от этого какого-то плена тотального. И я сейчас пишу только лирику к песням, я не называю это стихами, потому что если вы посмотрите на эти тексты отдельно, скажем, в буклете пластинки, они иногда, у них совершенно особенная метрика, это связано с тем, что они выполняют некую все-таки вспомогательную роль. Они рождаются вместе с мелодией. Обычно ты сначала слышишь какой-то обрывок фразы или какую-то музыкальную фразу, и потом ты пытаешься понять, про что она, а потом появляются какие-то стихи уже в размере этой вот музыкальной мелодической фразы. И так обычно, как бы, идея песни приходит очень быстро, а потом над ней можно годами, предположим, мучиться, можно ее отложить, потом дописать. Некоторые песни появляются за два дня. Вообще песни — это какие-то удивительные существа, у них у всех совершенно разная судьба. Рекой забвения я ухожу.
их с неба не прилетит к нам, и не дано узнать нам вдвоем ни этой воли, ни этой силы, но все равно ты в сердце моем такой любимый, такой красивый. Ирина, здравствуйте. Я хотела вас спросить, вот вы сейчас записываете детский альбом, и моя дочка очень любит эти песни. И хотела узнать, вот аудитория детская или взрослая вам сейчас кажется более такой, ну, от которой вы получаете больше отдачи? Замечательный вопрос. Во-первых, у меня рос тоже Даня. Ему было года два, когда я поняла, что нам нечего слушать дома. Ну, сколько можно слушать «Ёжика с дырочкой в правом боку»? И потом я познакомилась с поэтом-сказочником Андреем Усачевым. Если у вас есть ребенок, вы наверняка его книжки Андрея читаете. Вот, у него дивные, совершенно чудные песни. И сейчас мы действительно первый этап работы мы сделали. Мы записали как бы основы всех этих произведений, потом еще весной допишем туда струнные и какие-то духовые. Я надеюсь, у нас будет презентация такая красивая, яркая. Мне кажется, это бесконечно важным проектом, потому что от того, какую музыку будут слушать наши дети, зависит очень много потом в их жизни, вообще говоря. Вообще важно, чем ты пропитываешься, какими вибрациями. Так, я вижу ребенка в зале. Ирина, когда вы начали сочинять, и помните ли вы свое первое произведение? Что это было? Это был этюд. Два этюда. «Щенок заболел» и «Щенок выздоровел». Они записаны нотами, между прочим, в нотной тетради. Вот. Еще была песня про собаку, потому что мне... Даня, у тебя есть собака? Нету. Мечтаешь? Да. Да. Я вот тоже до 10 лет мечтала о собаке. Родители отвирались тем, что у нас негде этой собаке было жить. Мы жили вместе с бабушкой, с дедушкой. Потом, когда мне исполнилось 10 лет, родители получили новую квартиру. Мы туда переехали, и я сказала, где моя собака? Они начали придумывать опять какие-то другие причины, и тогда я написала очень жалостную песню. Я как-нибудь ее обязательно запишу, сейчас не буду петь. Родители растрогались и купили мне спаниеля. Вот, так что, знаешь, если что-нибудь очень сильно хочешь, ты тоже напиши какое-нибудь произведение такое слезное, чтобы мама прямо разрыдалась. Ладно. И вот купила все, что хочешь. Ладно. Спасибо. Скажите, Ирина, а вы были счастливым ребенком? И вот ваши воспоминания из детства, какие самые яркие, вот что вот вы потом в музыку свою вложили? Да, я была очень-очень счастливым ребенком. У меня были любящие родители, и бабушка, и дедушка, и меня растили такой прям принцессой. Я очень благодарна своим родителям. Они уже царствие небесное обоим, и бабушке с дедушкой, за то, что вот они меня вырастили с таким, знаете, ощущением, что весь мир тебя любит, что все у тебя получится, что в тебя верят, что тебе помогают. Вот. Спасибо им за это. Ну, и знаете, я бы хотела спеть сейчас песню. Вот сейчас мы как раз подошли к этой теме. Песня называется «Сандаловый пепел». Ну, о том, какая хрупкая наша жизнь. В общем, как ее нужно беречь. Итак, «Сандаловый пепел». С безжизненных вершин пустыни с камня и снегов я смотрю вдаль.
мир, где было мне так больно, а когда-то так тепло. Сандаловый пепел, сандаловый пепел, летит и не тает, мир заметает, боль и радость обращает. Бестелесных облаков вновь приснилась мне, в который раз моя любовь, нежность без границ, ночь без берегов, жаркий зыбкий мир полузверей, полубогов. Песня была о том, как все-таки прекрасно жить, друзья мои. Какое счастье, что мы с вами все сегодня здесь, живые, здоровые. И вообще такой праздничный день. Слушая ваши песни, представляем, как это замечательно посмотрелось в фильмах, что это потрясающие саундтреки. Например, «Сандаловый пепел», который только что прозвучал. Скажите, вы себе фильм какой-то представляете, в котором могли бы звучать ваши песни? И были ли уже какие-то фильмы с вашими песнями? Спасибо. Знаете, огромное вам спасибо, просто низкий поклон за этот вопрос, потому что у нас следующим пунктом в программе, в листе, стоит песня «Добро пожаловать домой», которую я 2 года назад писала для фильма «Суженый ряженый». Есть такой прекрасный режиссер Дмитрий Иосифов. Если вы помните фильм про Буратино,
Бу, ля-ля-ля-ля-ля-ра. Вот он играл там Буратино, а теперь Буратино вырос и снимает вполне себе взрослые фильмы. И мне принесли на болваночке его, такая новогодняя, знаете, такая мелодрама, прям с хорошим таким концом. Я ее смотрела-смотрела, разрыдалась и написала такую историю. Сейчас мы вот это все споем. «Добро пожаловать домой» — песня. Знаете, что самое смешное? Что мы не успели записать эту песню для фильма. Там были очень жесткие сроки, потому что фильм неожиданно поставили в новогоднюю сетку, и у нас остался месяц на студию, и им надо было уже вгонять саундтрек. В итоге в этот фильм попала песня «У нас в раю». Ждать не надо лета,
знать, что счастье есть. Ждать не буду лета, чтоб сказать, что счастье здесь. Я узнала тайну для надежды, для мечты. Мне никто не счастье нам дано, то в любви, то в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу о нем. Будь благословенным, детский смех у нас в раю. Вешнее цветенье и первый снег у нас в раю. Верность и измена, боль и страсть, и тьма, и свет. Все здесь есть, но только говорят, что смерти нет. Июль у нас в раю сыплет звезды ночами. Ноябрь у нас в раю плачет ночью. Счастье нам дано, то в любви, то в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу. Летящие огни. Ах, Отец Небесный, ты спаси, ты сохрани. У черты последней жизни вечной на краю Я скажу, оставь меня в раю. Нас в раю, ведь там опять весна расплескалась ручьями, ведь там опять зима с этим белым огнем. Оставь меня в раю среди любви и печали, я все тебе спою. Оставь меня в раю среди любви и печали, я все тебе спою, что узнаю. Друзья мои, чтобы вы не устали, сейчас мы споем гораздо... То есть не мы споем, мы сыграем, а я спою гораздо более жизнерадостную песню. Хоть она и о печальной женской доле, это ничего не значит. Песня называется «Снова живи». В жизни все плохо, а в песне чудесно.
загоришься навсегда от любви. Плачь, сердце, плачь, терпи, надейся, снова живи. Ты появился, и вот я пылаю, плачь, огонь этот благословляю. Плачь, сердце, плачь, коль таешь от любви, как лед. Плачь, сердце, плачь, мне эти слезы слаще, чем мед. Как я могла зарежься навсегда? Ирина, вопрос такой. Почему вы не стали поступать в музыкальное или в артистическое какое-то заведение, в ВУЗ, а поступили в МГУ на философский? Коротко, потому что про это можно долго очень рассказывать. Тут как бы два совпало обстоятельства. Во-первых, мои родители очень не хотели, чтобы я становилась артисткой, потому что им казалось, что это такая зависимая профессия. И все зависит от случая, от удачи, от фортуны. И как бы кем ты будешь, никогда неизвестно. А преподаватель университета, считали мои родители, это очень стабильная, хорошая такая работа. И, кстати, хочу сказать, что когда я закончила, как раз начались страшные 90-е. Вот, и потом я, значит, когда начала работать на сцене, я получала, в общем-то, в разы больше деньги, чем профессора МГУ. К счастью, сейчас уже в МГУ опять все хорошо. Вот. Так что родители не совсем оказались в этом правы. Второе обстоятельство то, что я заканчивала школу в Будапеште.
папу перевели туда на работу, и 2 года я отучилась в школе при посольстве. И возможности продолжать музыкальное образование на венгерском языке у меня не было, потому что венгерский язык безумно трудный. Я его в какой-то мере выучила, но не настолько, чтобы общаться с педагогами. Вот, собственно, так все совпало. И пока я там училась, я читала книжки, и столько их прочла, что поступила в МГУ, там, набрала максимальную сумму баллов и сказала: «Знаете, дорогие родители, я остаюсь, к вам в Будапешт обратно не поеду, буду заканчивать университет». Вот. И как все это связано со следующей песней, честное слово, я не понимаю. Потому что она не про университет, и не про Гнесинку, и не про трудности профессии, она про тяжелую женскую долю. Это моя вообще любимая тема. «Шарманка осень» называется это произведение. И мы попробуем его исполнить. А вы, если знаете слова, то подпевайте. Наперед.
Сибирске украли мобильник из гримерки. И я решила его найти, потому что там были Данькины съемки детские, к сожалению, уже невосстановимые. И милиционер, значит, сидит, составляет акт и говорит: сколько у вас идет фонограмма концерта? Я говорю: нисколько. Он говорит: сколько у вас идет фонограмма концерта? Я говорю: понимаете, мы играем не под фонограмму. Он говорит: девушка, сколько идет фонограмма концерта? Я говорю: мы играем живьем, знаете, как бабушки и дедушки. Прям в руках держим инструменты, а я пою. Понимаете, по-настоящему. Доблестная новосибирская милиция нашла этот мобильник. Низкий им поклон. Вот, но эта ситуация мне запомнилась, потому что он не мог понять, как концерт может происходить вот как-то без фонограмм. Ирина, я хотела задать вопрос. Вот ваши песни, они представляют собой, очень многие песни, мини-спектакли. Вы такая красивая, яркая женщина, замечательная актриса, как мне кажется, несмотря на то, что вы окончили философский факультет МГУ. У вас замечательная команда, все равны как на подбор, что называется. Человек идет на приз явно. Вот. И я хотела задать такой вопрос. Когда же мы увидим ваши клипы? У вас изумительные песни, мне кажется, все для этого есть. И еще один маленький вопрос в довесок. В интернете умельцы уже сами сделали клипы на ваши песни. Вы их видели? Как вы к ним относитесь? Спасибо за вопрос. Тема эта болезненная, потому что клипы — это бюджеты. Так сложилось, что я независимый артист, за мной не стоят никакие большие корпорации, которые обычно продвигают артистов с помощью вот этих всех дорогих съемок. Есть еще другой, конечно, вариант. Многие девушки им пользуются, но это тоже не мой случай. И поэтому вот все деньги, которые мне дается найти, я трачу всегда на запись. Знаете, вот записывать живую музыку — это вообще такое дорогое удовольствие. И вот я никогда даже не заикаюсь с какими-то спонсорами о том, чтобы взять денег на клип. То, что в интернете снимают сами уже какие-то ролики, огромное спасибо. Это очень трогательно, прекрасно. Вот. Вот пока такой ответ. Пока такой ответ. Так хорошо вы начинали, так грустно мы закончили. Ну что, у нас с вами практически мы добрались до финала нашей встречи. И я бы хотела, чтобы это был финал «Апофеоз». И для этой цели будет исполняться песня «Эти большие волны». Если у людей есть с собой зажигалки, и они их достанут, начнут махать, нас пожарники всех тут не уволят? Уволят, да? Возвращает крылья, и мой черно-белый мир стал снова цветным кино. Зачем я хочу стать радугой в твоих ливнях, стать музыкой в ленте твоих самых сладких снов? Так странно вдыхать воздух покоем полный и видеть рассвет, не открывая глаз, и грудью встречать эти большие волны, что приходят всегда нежданно и уносят нас. Всегда разрежет, и трудно дышать, и в сердце восторг и страх. Но я удержусь, лишь бы ты был со мной.
больших волнах. На гребне волны видно, как мир безбрежен, и страшно упасть, взмывая в твоих руках. Но я удержусь, лишь бы ты был со мною нежен, нежен, лишь бы ты был со мной в этих больших. Спасибо вам! Спасибо. Спасибо. Mm-hmm.